Актуальное предложение только сегодняшнего дня – это самое актуальное предложение на межсезонье. Вы только представьте, что скоро нам придется надевать тяжелые пальто, куртки. И так хочется вот этот сезон ношения тяжелой одежды оттянуть как можно дальше. Поэтому для нестабильного межсезонья отлично подходят стеганые жилеты. Это спецпредложение дня. Легкий, но теплый жилет Иветта убережет вас от холодного ветра, простуд. Рассчитан на любое время года, может носиться как в качестве полноценной верхней одежды, так и поверх куртки или пальто. Это модная многослойность, которая всегда приветствуется. А рассказывает о жилете Иветта. О самом актуальном предложении сегодняшнего дня Микола Комендров, стилист, дизайнер, модельер, автор собственных коллекций, который всегда знает, какой предмет гардероба выбрать прямо сейчас. И Франческо Фиора предлагает нам как раз-таки такой жилет межсезонье, оснащив его не только красивой ромбовидной стежкой, которая лидирует уже несколько лет на подиумах, но и, безусловно, капюшоном, добавляя красивый элегантный леттеринг в виде вот такой маленькой птички. А мы с вами знаем, что эта птичка является символом постоянного труда, галлизма. А женщина тоже ему присуща, поэтому вы всегда будете такой мягкой, уютной пташкой. Ваши ладошки будут согреты в теплых карманах, евросинтепон согреет вас от -0 до -5, а если в зимний период ее пододеть под свою любимую шубку, то можно добавить еще согреться на -10 градусов. Ну и, безусловно, элегантный трапециевидный силуэт. В руках у меня красивый хвойный темно-зеленый цвет, который я спешу сейчас отдать на подиум Анны, потому что Анна у нас с вами немножко тоже мерзнет. Аннушка. Я выбираю кофейный оттенок. Наша Ника выбирает для себя синий цвет. Это бренд Франческо Фиоре, который сегодня представляет нам самое актуальное предложение межсезонья. Это стеганый стильный жилет. И у нас есть цена сегодня, которая является специальной ценой 2499 рублей. Успевайте дозвониться прямо сейчас. Видите, как стильно можно добавить жилет в свой образ? Его уже модное, элегантное, эффектное и при этом защищены по здоровью, да, от непогоды. Внимание, размеры от 48 до 62. Успейте выбрать свой размер. Кстати, как будем ориентироваться по размеру? Данное предложение мы забираем с вами смело размер и размер. Он ему соответствует. У нас с вами хорошая максимальная длина, что дает возможность закрыть зону ягодиц и зону паха, что для осеннего периода тоже очень важно. Конструкция проймы достаточно расширенная, что и доказывают сейчас на подиуме наши очаровательные девушки. У нас, смотрите, Ника выбирает для себя 3 слоя, да, то есть у нее блуза в виде тельняшки, вот такая мягкая вельветовая рубашка, и вот он жилет, пройма достаточно широкая, то есть она занимает здесь 70 сантиметров, длина самого изделия 97 сантиметров, глубокий капюшон, завышенная прическа с ним не прикасается, зона козырька достаточно хорошо анатомически повторяет силуэт, 39 она идет в ширину, и в глубину идет у нас с вами 48 сантиметров. Да. Лена выбирает просто на вельветовую рубашку. То есть, опять же, пройма здесь тоже достаточно свободна. Видите, как она гуляет. А вот Анне мы дали жилет на более легкую блузу в сочетании с юбкой. То есть, вот вы идете с утра на работу, да, и понимаете, что, ну, в жакете вам было бы жарко. В кардигане тоже душно. А в куртке тяжело. Да, в куртке тяжело. Вот жилет накинули, и все. То есть, поясница защищена. И при этом мы получаем сегодня брендовое предложение. Бренд Франческо Фиоре. Слушай, но это наш российский бренд, и мы всегда поддерживаем российских производителей. Да, это российское производство, то есть производится он в России, называется он на итальянский манер Франческо Фиоре. С итальянского слова «фиора» означает «цветок». А цветок – это символ именно зарождения. Кристиан Диор вдохновлялся цветами и создавал платье для женщин. Поэтому бренд и соединил вот эту тематику цветов и женщин. Сегодня вы станете тем самым цветком, который вот как раз-таки в таком мягком, уютном лепестке в виде стежки у нас с вами согреты и ваше здоровье. Слушай, но стежка мне особенно нравится. Знаешь, она не такая не полная, не широкая и не узкая. Она прям как надо, выверенная для того, чтобы не полнить нас, да, и делать аккуратненькими. Здесь у нас с вами ромбовидная стежка, как правильно Лена заметила, она мелкая. Она мелкая, то есть не крупная, не агрессивная. Вы сейчас видите как раз-таки вариации на подиумах мелкой стежки. Вот, пожалуйста, жилет соединяет с рубашками. Делают офисные миксы, даже под тренч можно надевать. И вот уже прогулка на улице. Я рекомендую такой жилет надевать как сверху жакета, так и под жакет, как делают англичане. А вот на первое фото девушка прям на строгий клетчатый костюм надела жилет. Тем самым и образ не утяжелила, но сделала его уникальным. Слушайте, ну, на самый популярный цвет сейчас кофе.
стильный. Если вы хотите быть модной, при этом сберечь свое здоровье, не утяжелить свой образ, а наоборот подарить легкости, красоты, воздушности и здоровья, выбирайте жилет Эветта. Это бренд Франческо Фиори, наш российский бренд, который дарит нам возможность всегда быть модной, стильной и беречь свое здоровье. И эта цена только сегодня 2499 рублей. Забирайте вместе с вельветовой рубашкой, с брюками, и у вас уже будет бесплатная доставка в любую точку России. Делайте первые заказы прямо сейчас, а при оплате картой получайте дополнительную скидку 5%. Слушай, как эффектно сидит. Я вот посмотрела на Нику, думаю, а сядет ли на меня так же? Надела, и вроде смотрю, тоже на мне хорошо смотрится. Да, здесь за счет именно кроя. Крой не мускулинный, не квадратный. Он слегка выведен в трапецию. Вы даже видите, да, есть легкое закругление к низу. То есть он садится по бедрам. Его можно сажать, например, под какой-нибудь кожаный кушак и делать приталенным. Mm-hmm. То есть если вы собираетесь на театральные вот эти вот мероприятия, которые сейчас войдут в сезон, вы можете этот жилет смиксовать с такой элегантной блузой или платьем, сверху добавить ремешок даже от того же платья, одеть ботильоны на каблуке и пойти именно в театр, да? То есть, опять же, жилет не относится здесь прям конкретно спортивному. Его не нужно носить только со спортивными костюмами. Его можно носить с более такими элегантными тканями. Что сегодня Ника и Лена доказывают. Они выбирают для себя брюки из ткани релакс, которая только номинально имитирует эко-кожу, но ею не является. Это трикотажный текстиль, который имеет такое особое накат в виде глянцевого полотна. А вот наша Анна выбирает юбку из эко-кожи. Уже элегантный стиль, да, получается. Ну, вот Анны образ говорит о том, что жилет не смотрится, как будто он здесь лишний. То есть я понимаю тебя так, что жилет — это универсальная модель, которая вписывается в любое настроение, в любой стиль, в любой образ. Куда бы вы ни захотели пойти, жилет всегда будет вам в помощь. Главное — успевать дозвониться. Главный товар только сегодняшнего дня. У нас в одну корзину забирают 22 жилета разных оттенков. У нас есть синий цвет, зеленый и кофейный. Успейте дозвониться и вы. Кстати, вот я хотела спросить, ухаживать за ним как-то сложно нужно? Нет, здесь у нас с вами евросиндипон. Это обычный синдипон, который прокладывается в виде вот такой у нас с вами пластины, который кроют вместе с изделием. Кстати, хочется отметить, что бренд Франческо Фиоро отличается от обычного масс-маркета или каких-либо других брендов, не имеющих имени, тем, что стежку здесь сделали они самостоятельно. Это не покупная стеганая уже ткань. Ну а отвечая на Ленин вопрос, стираем мы с вами 30 градусов с легким отжимом. Звоните прямо сейчас, жилет на подкладе. То есть это брендовое предложение только для вас и только сегодня.